Продолжается программа «Мужской понедельник». Добрый день. Мы говорим тем, кто с нами с первого часа, и тем, кто присоединился в это мгновение. Николай Голиков. И Владимир Сметанин. Да, еще раз приветствуем вас. И к нам присоединился Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области. Добрый день, Владимир Валерьевич. Добрый день. С Владимиром Валерьевичем мы уже говорим несколько минут, находясь в нашей студии. И пришел он к нам с новостями свежими, эксклюзивными. Сейчас это прозвучит у нас впервые в эфире. Инициатива, которая внесена уполномоченным детским омбудсменом в наше заксобрание. Давайте сразу озвучим. Да, предложение. 10 минут назад я подписал предложение и направил их в законодательное собрание об рассмотрении вопроса принятия на территории Кировской области закона об установлении на территории Кировской области ограничений продажи электронных систем доставки никотина несовершеннолетних. Так, сейчас то человеческим есть, языком. Да. Это простым. Фактически ограничение продажи электронных сигарет, жидкостей и все, что с этим связано, до определенного возраста. Проблема очень серьезная, проблема очень существенная. Обращение достаточно количество по этому вопросу, как обращение от родителей детей, которые этим, собственно говоря, не занимаются, не увлекаются, но приходят родители и говорят: вы знаете, вот мой ребенок в школьный туалет заходит, а там его сверстники курят, да, там вот стоят штуки, клубы дыма пара. Они говорят парят, не курят, да, парят. Ну, вейпы, да. Или парят. И прочее. Слово красивое, вейп, они любят сказать, что да. Да, собственно говоря, до родителей, опять же, там несовершеннолетних, которые покупают сами, да, и родители говорят: да почему им продают, да, вот мы не можем за этим уследить, а им продают. К сожалению, законодательно это никак в настоящий момент на федеральном уровне не урегулировано. Вот, а проблема, она озвучивается постоянно и представителям органов Министерства здравоохранения. Даже, да? Владимир Ильич, перебью. Вы вот еще до начала нашей беседы в эфире сказали, да, что есть родители, которые сами, да, покупают. Ну, это еще, вот, да, это не может не покоробить как-то так. Это другая категория. Да. Да, но это еще одна категория, когда мы, ну, несколько раз я был в ситуации в школах, когда, ну, приглашают, ну, вот, когда все участники образовательного процесса там присутствуют, да, и спрашивают родителей: вы знаете, вот, ну, при мне была ситуация, когда вот ваш ребенок там в туалете курит, он где-то купил. Значит, родители сидят и говорят: так мы ему деньги дали. А ребенок там 7 класс. Нет, подожди, вот деньги-то давали целенаправленно, да, на то, чтобы, да, он, да, купил вот, да, эту парилку. Одну сломал, мы уже вторую покупаем. То есть замечательно. И вот это... Но это вопрос, мне кажется, уже не связан с законодательством. Скорее всего, вопрос связан с тем, что в голове, что там происходит. Людям, говорить, что это небезопасно. Да, да, так вот, медики говорят о том, что... То есть, там достаточно большое количество исследований показывает то, что мелкодисперсный пар, он гораздо более губителен для организма, чем зачастую там потребление там табака. Потому что все, что находится внутри жидкости вот для так называемых электронных сигарет, это не просто пар там, и не вода, как многие там, да, ошибочно думают, да. То есть во многих случаях это там очень серьезные химические там вещества, да? Да. Ну, фактически речь идет о том, как медики сказали, там один из медиков сказал: это ваши легкие изнутри покрываются там фактически полиэтиленовой пленкой. Ну, вот может доходить вот до такого. Вот. И пока на федеральном уровне это не урегулировано. То есть у нас есть федеральный закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 23 февраля 2013 года. Но а в 2014 году дальше начал вступать. Да, начал вступать. То есть, и по моему мнению, вот у нас сегодня мужской понедельник, я не знаю, как вы, мужчины, считаете, да, вот все-таки этот закон поспособствовал тому, что у нас там на улицах, в общественных местах, значит, курильщиков-то стало меньше. Безусловно. И безусловно. Людей, которые не курят, но страдали от воздействия табачного дыма. Да? Стало, да, больше оглядывающихся. Да, ну, да. Тут нет ли где-то, да, запрещающих? Не висит ли запрещающих? Люди даже, да, как бы далекие от этого всего, они просто смотрят, там детская площадка, ну, давай-ка почище, отойдем, давай-ка, ну, отойдем. Ну, да, почище вот стало. Да. Вот, на самом деле, очень многие говорили, там, и мои знакомые, и я сам по себе, куда-то заходишь, да, даже если ты не куришь, ты выходишь из общественного какого-то места, да, у тебя одежда насквозь пропахла. То есть, если там, не знаю, в кафе, зал там, общий, там, курящих, не курящих,
или где-то еще, или на какой-нибудь концерт, да, пошел в, ну, не буду называть, там, ну, даже в филармонии, там, да, вот, рядом с туалетом пройти невозможно было, потому что в перерыве там все курили. Сейчас, ну, вот, слава богу, этого нет. Так вот, возвращаясь к электронным системам доставки никотина, вот, значит, у нас несколько регионов в этом году, в начале года, ну, в частности, я назову их Ставропольский край, Саратовская область, Вологодская область, они уже приняли подобные законы. Я разговаривал с коллегами, они нашли полное понимание как в профильных ведомствах, так и... Там тоже детские полномоченные вносили? Или нет, не обязательно? Там была инициатива в ряде случаев самих депутатов. Вот, в ряде случаев мои коллеги подключались к этому. То есть это не инициатива там только уполномоченных. Mm-hmm. То есть это действительно проблема, которая в настоящий момент очень серьезная и затрагивает всех. И ввиду того, что, ну, вот, федеральное урегулирование не дождались, можно ждать еще долго, проблема она сейчас... Ну, там на уровне законопроектов, внесенных в Госдуму. Да, ну, они же довольно-таки долго бывают рассматриваются. Вот эти региональные законы, они были и приняты сейчас... И то есть прокуратура там не выступала, да, насчет того, что они там превышают полномочия или что-то еще? Нет, они приняты, они соответствующие, все нормативные документы есть. Более того, копии документов от коллег я взял и точно так же направил, скажем, по Вологодской области, в том числе там с заключением прокуратуры. Я направил в ЗАГС собрание для того, чтобы можно было посмотреть, ну, во-первых, всю предысторию принятия этих законов в тех регионах, в которых они уже действуют, и, возможно, на основе этого или самостоятельно принять наш закон, они достаточно все лаконичные, короткие, они помещаются на одной странице, как правило, это ограничение на там, запрет продажи до определенного возраста, до 18 лет. Все. Не, ну там же надо наверняка еще изменения вносить, там, скажем, в кодекс об административных правонарушениях, куда-то да, еще там. Да, ну это дописывается. Это ряд сигареты и плюс дополнений, вот, да, такие... в отдельные законы, конечно. Но вот принципиально закон вот там новый, он вносится, например, мы можем предлагать, то есть у нас нет права законодательной инициативы. Я очень надеюсь, что найдутся депутаты, которые готовы будут поддержать и инициировать. Ну, как бы официально внести его, как да, бы, да. Ну, конечно, мы этот вопрос обсуждали. То есть и до этого у нас есть постоянно действующая рабочая группа при уполномоченном по правам ребенка в Кировской области по профилактике суицидов. Мы проводили весной круглый стол, вот тогда еще по кальянным. И вот этот вопрос в том числе поднимался и по электронным сигаретам, по вейпам. У нас были представители законодательного собрания, поэтому я с уверенностью могу говорить о том, что там поддержка есть. Понимание есть. Понимание есть, да. Я не думаю, что... Ну, вот я не могу найти сейчас там просто, знаете, там категорию, у которой это бы могло найти противодействие. Да, да. То есть, ну, почему? Только это, наверное, там в части там торговли, которая идет. Но сейчас активные, действительно активные покупатели, самые активные покупатели вот этих жидкостей, это несовершеннолетние. Проблема, подчеркну, она уже там не с 16-17 лет, а у нас 12-летние, 11-летние. Ну, 5-7 класс, вот я же говорю, что я хожу. Я лично вижу, как выходит просто школьник, я понимаю, что он либо 5-классник, либо 7-классник, больше там никого нет в этом здании. Мне он выходит, начинает сразу это пары пускать свои. Мне в одной из сельских школ показывал, на самом деле, учительница, там классный руководитель, такой замечательный, она достает такой файлик, ну вот А4 формата, да, прозрачный, и там лежит там 8 или 9 вот этих приспособлений для вейпа. Я говорю, это что это? А это, ну, вот у пятиклассников урожай за неделю. То есть, за неделю она изъяла. Да. Сельских. То есть уже и на село, да, то есть, пришла эта мания. В конце недели она это передаст все родителям, как бы, но это вот то, что потребляли и чем пользовались прямо в школе в течение недели. То есть это, там никого не обыскивали специально, там, что у вас, ребята, в рюкзачках. Не где-то там за углом на улице, а он прямо в школе этим пользовался. Да, у нас доходит до того, что, ну, периодически появляется общение, что там то студенты на паре где-то, значит, то ученик на уроке и так далее. Поэтому... Ну, вот надо пояснить, что в случае приравнивания электронных сигарет, в случае, если пройдет за эта инициатива, то есть ответственность за продажу несовершеннолетних будет та же самая, да, что за продажу. Да.
Обычные табачные продукции. Ну, нужно будет посмотреть, собственно говоря, какое решение примут депутаты и к чему это будет приравнено. То есть я не могу сейчас заранее говорить. То есть, конечно, так по логике это должно приравниваться. Административная ответственность. Самое, это штрафные станции. Вот. Там, причем и на продавца, и на торговую точку, по-моему, накладываются. Как правило, они серьезные и действенные. Вот. И очень надеюсь, что у нас и потребителей станет меньше. И продавцы все-таки будут учитывать аудиторию своих покупателей. А вообще, Владимир Владимирович, хочется поинтересоваться. Известны случаи, вот, когда наказывают действительно продавца за продажу обычных сигарет несовершеннолетним? Конечно. Насколько это распространено у нас? Это распространено. Это есть. Можно взять статистику у МВД. У них на сайте это есть. Ежегодно у нас есть сообщения, постоянно поступают. Угу. Да. Вообще, если, насколько помним, вчера смотрели, за прошлый год, за период, там звучала цифра порядка 1,5 миллиона рублей штрафов, наложенных на лицам, которые продавали там алкоголь или сигареты несовершеннолетним. Угу. У нас сейчас будет небольшая пауза. Владимир Шабардин у нас в студии, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области. Мы продолжим через минуту. У нас сегодня несколько тем для беседы с Владимиром Шабардиным, уполномоченным по правам ребенка в Кировской области. Мы анонсировали час назад одну из этих тем, которую посвятим энное количество времени. Это развитие проекта «Право на творчество». Так очень широко уже освещал и в социальных сетях непосредственно Владимир Валерьевич данную тему. И да, публикации в СМИ были. Мы говорили об этом. Да, мы тоже хотим присоединиться. «Право на творчество». Кулинарный оттенок приобрело. Такой неожиданный разворот темы. Да. Но давайте в двух словах напомним все-таки «Право на творчество». Да, «Право на творчество», на самом деле, вы радиостанция «Эхо Москвы» в Кирове присоединилась к этому проекту уже давно. Поэтому присоединиться. Здесь вот сегодня информационный повод, а на самом деле у нас был большой блок «Право на творчество», фотография, да, значит, совместно с радиостанцией. Вот проект «Право на творчество», он у нас идет с 2013 года. Mm-hmm. Вот. Начинался с музыкального направления, право на музыку, и потом вот начал получать развитие, и практически так получается, что сейчас каждый год новое направление у нас открывается. Просто приходят там хорошие люди и говорят, а есть еще идеи? Там, у нас, конечно, всегда есть. Так случилось в свое время с «Эхо Москвы». Спасибо вам огромное в очередной раз. Хочу отметить, что все фотоаппараты, которые тогда были подарены, они в целости и сохранности есть в детских домах. Ребята им пользуются. Пользуются, да. Угу. Музыкальное оборудование у нас тоже стоит в детских домах. У нас есть детские дома, там, где уже там, по 4 музыкальные группы, как в Сосновке. Это наша гордость. То есть, там уже делят, распределяют, график составляют. Да, кто, когда сейчас мы уже столкнулись заниматься. С тем, что, значит, у нас нужны новые электронные тарелки для электронных барабанов, потому что там резина сносилась. Ну, вот это покрытие. А, да, они... Не только, они интенсивно используются. Они сломали, они, вот, да, это, знаете, как просто затерлось до дыр. Да, вот, да, в этом случае вот так. То есть там действительно это используется. Вот. То есть у нас было, значит, в прошлом году гончарное направление, техническое творчество. У нас прошли три профильных смены в разные периоды весенние, вот, право на творчество. И в этом году у нас возникла идея, мы совместно с компанией «Мегафон», как бы, вот, сказать, куда можно было развиваться, и возникла мысль в кулинарном направлении «Я повар». Почему? Потому что там любое направление права на творчество, мы считаем, что ориентировано на... Как, мы преследуем две цели. Первое – это дать возможность детям просто попробовать все виды творчества, которые там существуют, да, и кто-то из себя найдет. То есть не все могут заниматься спортом. Не все музыкой могут заниматься. Музыкой заниматься, да, не всем, да, дано просто. Вот. А в данной ситуации все-таки и прикладное направление – это возможность, опять же, там, два разных момента. Первое – это выявить детей, которые профессионально этим будут заниматься. И такие уже есть. У нас есть ребята, которые уже твердо сказали, что я готов там после 9 класса пойти в колледж или в технику по этому направлению. И второе, кулинарную технику. Кулинарную технику, да, это правда. И второе, все-таки, вот мы считаем, наверное, не менее важное направление и задача – это научить всех абсолютно, ну, участников проекта элементарным навыкам готовки и обращения с продуктами, обращения с посудой. Все, что с этим связано. Потому что, к сожалению, у нас
ну, мы понимаем, что дети из детских домов, да, судьба сложная. Ну, во-первых, сейчас у них нет необходимости готовить. Они привыкли к тому, что обед у них накрыт, они приходят, да, садятся, да, и все. То есть из чего это сделано? Не видят процесс. Да, не видят. Вот, нет необходимости. Просто, и, да. И второе, ну, причины их появления в детских домах, как они оказались, это семьи, как правило, такие неблагополучные, да, в которых вот в большинстве из этих случаев вот, больших там мастер-классов по кулинарному искусству не проводилось никогда. Там и холодильники пустые, и продукты самые простые, и так далее. И вот здесь, опять же, я уже говорил, наверное, в вашем эфире, когда мы сталкиваемся и общаемся с ребятами, которые уже выпустились, да, и которые создают сами свои семьи, и вот в квартирах мы очень часто бываем, ну, когда вот проблемы по жилью для детей-сирот, да, по новостройкам были, приходишь и видишь, то есть они, что они готовят уже там для своих детей. Это лапша быстрого приготовления, это в лучшем случае магазинские пельмени и так далее. То есть они не имеют представления о том, там, сколько минут варить яйцо, что входит в фарш этих же пельменей и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот здесь задача показать, что из самых простых продуктов, во-первых, можно приготовить там вкусно, красиво. Вполне достойные вещи, блюда. Доступно, недорого и так далее. Вот. Слушайте, на самом деле никогда не задумывался, да. Насчет чего? Нет, а чем затем дети, выпускаясь из интернатов и создавая семьи, начинают, ну вот да, такая банальная бытовая сторона жизни, но... У нас же получается, социализация, играет большую роль, знаете, да. Мы научили там знаниям, да, ну, научили, да, они, ребята, пошли там, ну, в институт поступили, да, ну, хорошо. А социализация-то как на бытовом-то уровне? Ну, вот сейчас проект наставничества, у кого-то есть, значит, предметы там и СБО, это, ну, навыки бытового обслуживания, то есть кухни есть такие в детских домах. Вот, но, как правило, это, ну, такое оборудование, обустройство там с минимальной готовкой, да. А вот таких каких-то там кружков, да, или как там, знаешь, там большой объем там домоводства. Так, да, раньше было домоводство в школах. Да, да, то есть сейчас этого нет. Ну, во-первых, есть ограничения, там, ну, такие требования по безопасности, то есть не каждому ребенку и нож-то дадут там в руки, да. Вот, во-вторых, очень строгие ограничения там по продуктам, этот же там Роспотребнадзор, что можно готовить, как там, можно. Скоропортящиеся нельзя. Вот, обычно, и, да? и так далее. Вот, а здесь все-таки мы имеем возможность на или на площадях тех предприятий, которые участвуют у нас в проекте, или с полностью там выездной форме их проводить эти мастер-классы. То есть у нас проводят мастер-классы там, ну, ведущие профессионалы. Вот у нас первый мастер-класс, самый первый проект начался у нас 25 мая этого года. Вот это направление, да. У нас проводил Рафаэль Ислам Галиев, это главный человек на кухне всей сети «Глобус». Человек, который кормил президента России, кормил президента Татарстана, то есть очень высокий уровень. Вот, и мы очень гордимся тем, что, ну, то есть он был у нас. У нас проводили и проводят мастер-классы. Ему понравилось, ребята? Ему понравилось. Понравилось. То есть, есть отзывы его в социальных сетях. Это не было для него нечто там, ну, таки вот... Нет. Снизойти, что ли? Мы с ним отдельно разговаривали. То есть, на самом деле, он настолько позитивно отнесся, то есть никакого такого, знаете, чувства превосходства или там чего-то, абсолютно позитивно. То есть, абсолютно человек. И он с удовольствием потом принял участие еще в нескольких мастер-классах. Вот. С пониманием и, наоборот, как бы... Практически все люди, которые принимали участие у нас в мастер-классах, именно шеф-повара, каждый из них говорил: пожалуйста, приглашайте еще, несмотря на то, что это очень занятые люди. Вот, то есть мы готовы. И в конце мы хотим детям сделать такую небольшую, ну, как бы книжку, да, там, с рецептами, вот, с мастер-классов.
которая помогла им на первых порах там, в жизни вот, ну, действительно готовить. То есть, да, у нас существует много кулинарных книг, да, но вот у меня дома там несколько стопок, но пока найдешь там в них рецепты, которые там, ну, действительно не требуют там, большой выдумки, большого количества продуктов, большого количества ингредиентов, там, больших вложений, потому что некоторые ингредиенты надо еще и купить, и недорогие. Это сложно, да. Они скоропортящиеся, продаются там, не знаю, там литровые банки только, а тебе нужно вот это. Тебе нужно, да, на ложечке буквально. У нас учат, причем очень интересно, то есть люди, которые приезжали к нам на мастер-классы, ну, там, журналисты у нас были, да, у нас периодически появляются люди, которые, ну, приезжают, там, привозят оборудование и тоже смотрят там со стороны. И вот они все говорят: слушайте, я бы, можно остаться, или я бы сам там на этом классе, мастер-классе побывал. Потому что вот на одном из этих же первых мастер-классов, это уже Рафаэля, да, там с удивлением обнаружили, что там, значит, они готовили с ребятами, ну, удон, да, вот это китайская лапша, там, да, там, гречневая, там, соба с курицей и с чем-то. Оказывается, что ее можно готовить сразу в сковородке. То есть не в кастрюльке, как вы знаете, воды налил в сковородке. Отварил сначала. Отварил. Там, да. А то, что вот там прямо в сковородке, она там, вода-то выкипает, и дальше ты уже добавляешь. То есть для меня это отлично откровением. И вот несколько таких вообще там жизненных, как называется сейчас, лайфхаков. Лайфхак, да. Я себе вот записал, и да, дома применяю. У нас за лето... Так, подождите, в общем, да, будет книжка. Будет книжка. Будет книжка, некий набор рецептов не слишком замысловатых. Да. Не замысловатых, экономных. Для ребят. Да. Кстати, на чьи деньги будет выпускаться? Когда? Ну, это на средства наших партнеров. У нас партнеры... Те, кто согласился, собственно, участвовать. Это Мегафон, да, и агрофирма Агрохолдинг Дороничья. Огромное спасибо за это. Вот. У нас, кстати, ведь книжки уже появились у детей. У нас в Сосновке уже есть полный набор книг Сталика Ханкишиева. Это известный кулинарный блогер, ведущий казан, мангалы и так далее. Ну, мы помним, как он, да, с губернатором. С губернатором. Ребята ему настолько понравились, что он подарил их все, несмотря на то, что он привез их там для раздачи жителям города. То есть все у нас в детском доме уже есть. Вот. Да, и у нас еще будут в ближайшее время еще один момент, который мы еще не озвучили, но тут еще нигде, да, у вас во-первых скажу. У нас в каждый детский дом, который участвует в проекте, будет подарен комплект посуды. Они уже подготовлены для того, чтобы ребята могли сами и вопросами и сервировки заниматься. А когда мастер-классы проводятся, первое, что их учат, это сервировки. И что для чего и для чего используется. Как, где, что располагается, да, это для чего, это для чего. Что в этой посуде можно делать, что в этой. Вот, то есть вот в детских домах из вещественных, скажем так, моментов останутся вот эти комплекты посуды, которые, мы надеемся, детский дом будет потом дальше использовать для занятий с этими ребятами. У нас уже есть детские дома. Подождите, уже есть предварительная договоренность непосредственно с детдомами? Там. О продолжении как бы этих занятий? Нет, да? Кто там будет за этим следить? Кто за этим следить? Да. Но мы вообще... С кем будут ребята непосредственно контактировать? Вообще каждый раз, когда мы... Я лично разговариваю с директором детского дома о том, что вот у нас новое направление проекта, да, то есть я лично убеждаюсь в том, что директор детского дома готов к участию в этом проекте. С пониманием. С пониманием. Потому что, ну, если у руководства... Ну, знаете, можно там стену не пробьешь. Знаете, если глухая оборона, то есть если это не нужно, то до детей не дойдет это оборудование. У нас была ситуация такая с одним из комплектов музыкальной аппаратуры, которую мы были вынуждены забрать из одного детского дома, передать в другой, потому что, ну, вот так вот. Просто не распаковали, и до детей не дошло. Вот. То есть здесь... У нас вот сейчас там 10 детских домов, которые принимают участие, ну, они все с готовностью и с пониманием. Вот именно это направление у нас нашло отклик такой очень положительный у всех. И здесь у нас, ну, понятно, что разный уровень кулинарной квалификации, да, подготовки будет, потому что у нас есть ребята и... Норма, есть ребята-коррекционники, но базовый уровень там он будет у всех. Кто из них у нас поедет в итоговую поездку, у нас очень, вот благодаря нашим партнерам,
Гахонку Доронич и Мегафону два больших там приза. Это Мегафоны обучение в MBA City. Это такая высшая кулинарная академия. Значит, два сертификата дистанционные. Да ладно? Да. Что-то уж очень серьезно. Да, да. Это правда. Вот. И, ну, я говорю, действительно... Ребенок, воспитанник. Да, воспитанник детского дома. То есть многие гоняются за этими сертификатами, уже взрослые, там, успешные люди. У нас два ребенка, ну, как минимум два вот таких уже будет. И второе, это 9 детей. У нас поедет в ноябре в кулинарную студию Юлии Высоцкой. У нас уже ездили наши друзья, посмотрели площадку, там 3 минуты ходьбы от Красной площади. Вот. Откуда у нас взялась, собственно говоря, Юлия Высоцкая? Потому что наш агрохолдинг через Доронич, да, и фудзавод являются партнерами. То есть вы видели... А Юлия является лицом. Ну, наверное, да. Поэтому... Они являются партнерами. Поэтому нам, в отличие, ну, там, не каждому региону так бы повезло. Не в каждом регионе есть партнеры там, кулинарной студии Юлии Высоцкой. Нам повезло. Значит, мы уже съездили, еще раз повторюсь, посмотрели площадку, где будут дети. Все очень красиво, так и нас там ждут. Вот. Они попадут в телепроект известный, который ведется Юлии Высоцкой. Ну, понятно, что у нее своя кулинарная студия. Не знаю. Это не было нашей целью, как бы конечной. Там, если эта история будет интересна, да, там им, телевизионщикам. Ну, я думаю, для них она вообще нова. Они возьмут. Скорее всего. Ну, вы знаете, там телевизионный формат, он непредсказуем. Я могу сказать, что, знаете, немножко уйдя там в сторону от кулинарного, да, вот вернувшись к музыкальному. На ТВ есть вот проект сейчас для детей-сирот, тоже там, который «Ты супер», да, называется, где ребята поют, там, из детских домов. Мы ведь наших тоже хотели направить. И более того, у нас бы был там, знаете, там, туз в рукаве, потому что у нас ребята приехали бы, они там и пели, и играли. Подготовка уже есть, потому что право на творчество уже давно. Не под минусовку, то есть не под фонограмму, а сами поют, бы, да? Сами живем. Но этот формат не прошел. Они сказали бы, знаете, мы не сможем обеспечить там технически вот это, и у нас условия вот, ну, вот так вот. Поэтому наши ребята не участвуют. А я думаю, что там большие, ну, шансы бы были. Вот. Так, может, мы все-таки на рекламу прервемся? Да, хорошо. Да. Там уже, давайте показывают. Передышку небольшую сделаем и уже на финишную прямую будем выходить. В Кирове 12:36. Не так много времени остается до завершения дневного разворота, или, может, в понедельник. Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области. Мы продолжаем наш разговор о развитии проекта «Право на творчество», о кулинарном направлении, которое появилось в этом году. И о том, чем сейчас вот наполняется это направление, Владимир Валерьевич нам и рассказывает. Что, на звонок есть? Да, показывает. Алло. Да. Жестами показывает, что у нас есть звонок. Алло. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Надежда. Надежда, у вас вопрос? Вот я бы хотела спросить, уменьшается ли количество детей, которых обеспечивают квартирами после выхода из детского дома? А, простите, почему должно уменьшаться оно, это количество? Ну, а как же? То есть обеспечить... Вам понятен вопрос? Мне не очень. Я думаю, что... Уменьшается ли число детей, их которых не смогли обеспечить? Потому что их родители специально стремятся, чтобы им отказали в родительских правах, чтобы их дети получили квартиры. Все, теперь все понятно. Да, вопрос понятен. Некую схему сейчас описывает. Ага. Ну, давайте отвлечемся, раз уж поступил вопрос. Короткий. В 2 минуты уложимся? Да, уложимся. Да. У нас, значит, вот количество детей, которые попадают в детский дом только вот по этим основаниям, вот, там подозрение, что там в 17 лет мы сдали ребенка для того, чтобы в 18 получить квартиру, у нас таких детей, ну, по нашему наблюдению, там нет. А теоретически может ли быть, ну, такая ситуация? Может быть, но там процедура и, значит, лишение родительских прав, она достаточно сложная. Да и дети у нас в детском доме к моменту выхода, они там не один год уже проводят. Поэтому, не знаю, ответил на ваш вопрос. А то, что количество детей, получающих квартиры, у нас за последние там несколько лет там увеличилось, да, по факту, но потому что жилье начали строить. Федеральная программа, да, все-таки существует. Вот. Хорошо, ответили.
Да, ответил? Да. Да, я думаю, что да. Да. Возвращаемся. Возвращаемся, да, к праву на творчество. Я повар. Значит, да, немножко как мы провели лето. Значит, у нас. Ну, не в общем, а именно в этой программе. В приложении, собственно. То есть, вроде бы, детские дома, собственно говоря, каникулы у всех, да. Ну, то есть, вроде бы летом. Мне кажется, как проводить мастер-классы, мы нашли решение. Это мы проводили мастер-классы в загородных лагерях, где ребята из детских домов были. У нас за лето прошло 28 мастер-классов. Отчеты о каждом мастер-классе у нас есть в группе социальной сети ВКонтакте. Можно посмотреть там по датам, по количеству детей, по школе. Значит, 314 ребят у нас всего через эти мастер-классы прошли. Вот по блюдам сразу там очень разные, начиная от окрошки до конфет. То есть до кондитера. То есть весь спектр кулинарных изделий, скажем весь так. Весь спектр, да. Более того, у нас в течение лета не только вот прямо там в загородном лагере, а туда приезжали у нас, значит, шеф-повара со своим оборудованием, со своими продуктами. Вот. Но и у нас был выездной мастер-класс, в частности, например, на Истабинском огурце, где вместе с летчиком-космонавтом Савиных у нас ребята из Торфяного готовили космическую окрошку. Они так назвали. И очень понравилось. Вот. Так съедаешь и улетаешь. Ну, от того, как это вкусно. Но понравилось. Очень понравилось. Вот, по итогу, вот это такой первый этап. Мы провели, ну, там первые отборочные моменты. И вот из этих 314 ребят у нас сейчас сформировалось, мы во второй этап отобрали 80 ребят, которые уже действительно проявили интерес, ну, и вот более профессионально. То есть из этих 80 сейчас мы в итоге будем отбирать тех претендентов на те награды, которые... Озвучили уже. Да, а больше мальчишек или девчонок, кстати? Вы знаете, наверное, там 50 на 50. Да? Даже так. Нет, в принципе, кулинария — это все-таки мужское дело. У нас в проекте... Мы настаиваем в мужском понедельнике. Всю жизнь стоящие у плиты, могу сказать, это мужское дело. Шеф-повара, да. больше да, мужчины. Более того, вы знаете, как бы вот на одном из самых первых мастер-классов, вот знаете, все-таки там, как говорится, там, что ты не зря там что-то делаешь, да? Ну, такой у нас был комментарий. У нас парень из Нововятской школы-интерната. Вот. Его, значит, телевизионщики пришли. А почему вам, значит, ну, интересен проект? Почему вы хотите заниматься? Ну, кто-то говорит, там, я хочу там, в техникум пойти, я хочу профессию. Вот мне сказали, что это интересно. Там, ну, вот, шеф-повара же приходит, это красиво, действительно. Они говорят, что действительно это высокооплачиваемый труд. Значит, во многих случаях. Вот. Но, а этот парень говорит... Знаете, я хочу вкусно кормить свою жену. И вот тут, знаете, вот такая, вот у меня лично такая пауза, там, точка какая-то. То есть он в детском доме. У него нет истории успешной своей семьи, а он думает о том, что он выйдет из детского дома, он вырастет, у него будет своя семья, значит, и он должен эту семью не только обеспечить, но и вкусно кормить. Ну, знаете, то есть у парня, на мой взгляд, уже все по сердцу. Абсолютно, как бы, вот это есть. Вот. И на втором этапе у нас будет 8 тем. Вот уже для этих отобранных ребят, да? Да, да. То есть, ну вот там нам дали... Давайте некоторые хотя бы поменем. Ну, я очень быстро. Бутерброды, напитки, блюда из овощей, блюда из круп и макаронных изделий, супы, блюда из мяса, блюда из птицы и рыбы, различные мучные блюда. И экскурсия на предприятие общественного питания. Ну, в частности, будет у нас большая экскурсия на фудзавод. Вот, то есть вот это рекомендации наших шеф-поваров, то есть вот составление 8 блоков этих программ, для того, чтобы у ребят было представление о каждом направлении, то есть они ну, фактически полноценный обед смогли потом сделать. Вот. И еще у нас, я очень рад, что на каждом этапе у нас появляются наши друзья, кроме больших партнеров, еще появляются ребята-волонтеры, в каждом направлении так было, которые начинают там ездить к ребятам заниматься. То есть у нас в этом году появились ребята-волонтеры из Вятского колледжа профессиональных технологий управления и сервиса, то есть это ребята, которые сами профессионально учатся на поваров, кулинаров, кондитеров и так далее.
Вот они были у нас на вот последнем мастер-классе. Мы на прошлой неделе проводили тоже очень интересный мастер-класс, который у нас был в Ботаническом саду в Кирове. Спасибо огромное Валентину Николаевичу Пугачу, ректору нашего госуниверситета, который нас туда пустил. Для тех, кто не в курсе, Ботанический сад — это подведомственное учреждение Вятского госуниверситета. Мы, конечно, не рискнули там делать блюдогриль. На открытом огне что-то. На открытом огне, да, что-то. В центре города. У нас таких площадок, на самом деле, не очень много. Вот, поэтому у нас была компания «Оля-ля», приезжали тоже повара, очень весело, очень задорные ребята. И они, мы с ними учились делать пельмени. Угу. Привезли тоже оборудование свои. Значит, на открытом воздухе? На открытом воздухе, да. Не просто пельмени, разноцветные там еще были. Разноцветные, да, классно. Кстати, разноцветные пельмени. Вот. И там для большинства ребят было там большим открытием, опять же, там, что входит там в состав. Что внутри-то, оказывается, вонча. Да. Вот. И опять же, вот, Николай, да, вот, наверное, из нашего детства, у нас же, наверное, у каждого были, ну, у большинства была традиция там семейная, да, вот эта лепка. Да, семейная лепка. И что, и вот эта история. На Новый год. История, да, на Новый год, да, когда там... Да. Вот, садилась, значит, вся семья за стол, все лепили, да, хором, большой, да, вот резали этот... вот этим вот железным кружочком таким, да. Или рюмкой. Да, ну это уж у кого что было. Да, значит, и лепили. И вот это запоминалось как совместное препровождение. Да. Так вот, я вот опять же, глядя на последний мастер-класс, смотрел и понимал, что вот у этих-то ребят этой истории нет. И, возможно, они эту историю своей там будущей семьи начнут смогут, да, вот, смогут, вот с этого, да, вот с этой лепки пельменей, да, вот здесь. Потому что у них не случилось в жизни вот этой... истории. Ну, и сами слепили, сами сварили, сами попробовали, очень вкусно. Там, сами гостей позвали. Все довольны, да. Более того, значит, там слепили достаточно много, они еще увезли, значит, своих воспитателей в детском доме угостить. Угощать. Угощать, да. Но понравилось. Поэтому вот, ну, я думаю, что у нас, вот уже даже я вижу, что, ну, у нас получилось. Вот на этом этапе это востребовано, это нужно. У нас есть абсолютно ребята, которые уже нацелены профессионально. А там сколько по времени уже, вот сейчас вот возраст ребят, которые занимаются, через сколько им уже, возможно, уже поступать в кулинарный? Ну, кто-то уже в 9 классе, то есть они на выходе после 9-летки уже. После 9-летки уже пойдут, да. У нас вот есть несколько ребят, которые вот после 9 класса собираются как раз идти. Малыши, кто-то есть малыши там поменьше, еще там пару лет, но есть очень смышленые ребята, которые, ну, прямо там загорелись. Mm-hmm. Вот. А есть девчонки, которые говорят: нет, я пойду учиться в вуз, вот это, то есть или там в медицинский колледж, да, кто-то еще выбрали, но вместе с тем они говорят: вот это, конечно, это очень... Во всяком случае, пригодится. Да, 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 да. У меня последний вопрос. Что делали с теми блюдами, которые приготовили на этих многочисленных мастер-классах и встречах? Сами дети кушали. Сами дети. Тут же все приготовили, сами кушали. Да, в том, что сделали все правильно. Да, спасибо. Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области. Будем ждать еще встреч и рассказов, в том числе развития проекта «Право на творчество». На этом мужской понедельник на сегодня завершается. Николай Голиков. Владимир Сметанин. Да, через 20 минут слушайте программу «Особое мнение». В гостях сегодня у нас Константин Сичихин. Мы вернемся завтра в 11 в программе «Дневной разворот». Угу.